Здравствуйте, дорогие зрители и гости нашего канала. День за днем мы сообщаем вам ужасные новости о гибели знаменитых людей. И сегодняшний день не стал исключением. Есть мультфильмы, вспоминая которые, невольно хочется улыбнуться и думать о хорошем. Многих наших любимых с детства героев придумал именно он, художник-постановщик Вячеслав Назарук. И крошку енота, и кота в сапогах, и маму для мамонтенка, и Элли в волшебной стране, и, конечно, рыжего Леопольда. Если бы Назарук не нарисовал этого кота таким дружелюбным, симпатичным, многое прощающим и в то же время ранимым, то и фраза Леопольда «Ребята, давайте жить дружно нам», может быть, меньше бы запомнилась. И не стала бы самой любимой и даже спасительной в трудных ситуациях. О смерти замечательного художника, мультипликатора и придумщика наших любимых детских героев в воскресенье сообщил шеф-редактор Союзмультфильма Сергей Капков. Вячеславу Назаруку был 81 год. Из 27 лет он был связан с мультфильмами, снял их более 45. Был у Назарука и цикл о спорте, волейбол, бокс, водное поло, и сделан был так увлекательно и завораживающе, что немало школьников потянулись в секции. А в начале 90-х Вячеслава Михайловича пригласили даже в Голливуд, на киностудию Disney фильм, причем не на работу или в гости, а учить американских коллег мастерству. Он читал им лекции по теории рисунка, живописи и композиции. Но потом решил вернуться домой, в Россию, и увлекся уже живописью, иллюстрированием книг. Его графика для «Семи сказок Пушкина» получила награду распечати, а в Государственном историческом музее в Москве хранится одна из самых известных картин Назарука – «Куликовская битва». Есть у него и триптих «Слово о полку Игореве». Ведь в последние годы жизни Вячеслава Михайловича очень интересовала русская история. И картины на темы ее славных подвигов выставлены ныне в разных музеях нашей страны.